обновленный второй раз за три года седан Kia Quaris. Сетчатая решетка радиатора, хромированная отделка фонарей, новая мультимедийная система. Но главное, что принесло обновление, это 5-литровый мотор V8, известный по соплатформенному седану Hyundai Equus и Quaris для других рынков. Я поездил, нравится, классный автомобиль. Не в том смысле, что он лучше Audi, BMW или Mercedes. При очном сравнении, уверен, у Kia обнаружится ряд недостатков. Я, например, ждал большей упругости от пневмоподвески. Но если собрать все минусы в кучу, они вряд ли перевесят разницу в цене. Ну что я буду строить догадки, давайте поговорим с реальным владельцем. Привет, Рустам! Как дела? Привет, Паш, дела отлично, спасибо. Гипотезой маркетологов Kia, в которую они, к слову, верили меньше всего, было то, что на Quaris люди будут пересаживаться с пятерок BMW. Это ведь твой случай, Рустам? Почти что. У меня до этого была BMW GT, которая, в общем, не пойми, то ли пятерка, растолстевшая, то ли семерка. Но у этой машины была однозначно проблема с тем, что сзади на ней пассажирам ехать было довольно некомфортно, она довольно жестко. И да, вот я поэтому пересел на Quaris, потому что я на Quaris в основном езжу сзади с водителем, и Quaris по комфорту для заднего пассажира, я считаю, ну, практически один из лидеров, даже имея в виду, что в этом классе есть гораздо более дорогие машины. Можешь себе представить без автоспортивной отдушины, не дай бог, конечно, но с Quaris'ом? Нет, не могу, потому что даже когда я сажусь за руль по необходимости сам этого автомобиля, я, честно говоря, больших положительных эмоций от вождения не испытываю. Эта машина все-таки в основном для заднего пассажира. Спереди на ней можно ездить, но она просто окей, и все. В чем, на твой взгляд, ключевые плюсы Quaris'а? Это очень хороший автомобиль за очень маленькие деньги. Если вопрос бренда не критичен, то во всем остальном он абсолютно на уровне своих конкурентов, таких как S-класс, как 7-я серия, как Audi. Я все их попробовал перед тем, как купить Quaris. И, по большому счету, за что переплачивать троекратно, так и не нашел. Поэтому я купил Quaris, тем более, что для меня как бы, ну, внешние эффекты не так важны. Найдешь ли какие-то недостатки с точки зрения пассажира? Нет, с точки зрения пассажира я даже, честно говоря, минусов тут и никаких не вижу. Машина очень комфортная, очень мягкая, удобно раскладывается полностью переднее кресло, можно даже вытянуть ноги. И мне очень нравится ездить сзади на Quaris'е. Двигатель V8. Стал бы ты доплачивать за него 200 тысяч рублей? Ну, правда, непонятно, где использовать сейчас в современном нашем мегаполисе эти лишние лошадиные силы. Нет, не стал бы. Я бы, наоборот, может быть, посмотрел бы на машину с менее мощным мотором, который по налоговой планке укладывался по 250 сил. За что бы я доплатил, возможно, это бы за полный привод. При том, что, честно, не было ситуации, в которых задний привод бы пасовал на этой машине, и нам бы пришлось ее там откапывать или толкать. Но вот, мне кажется, полный привод — это была бы такая опция, за которую многие отдали бы дополнительные деньги. А более мощный мотор, ну, лично мне, тем более сидя сзади, абсолютно не нужен. Как долго у тебя Quaris, и планируешь ли ты его менять? Вот эта вся история с 7-летней гарантией, она для тебя вообще важна? Машина у меня уже полтора года. И я планирую на ней ездить, пока она прям совсем не сломается. Ну, то есть, 7-летняя гарантия была для меня, да, однозначным плюсом, и я хочу ей пользоваться, хочу ездить на нем долго. Что в Kia должны сделать с автомобилем второго поколения, чтобы ты поменял Quaris на Quaris? Да ничего особо делать не нужно. Вот как я говорил, может быть, если полный привод появится, это был бы для меня значительный плюс. Если бы машина стала чуть-чуть более ездовой, чуть-чуть более собранной в драйверском режиме, спортивном режиме, это тоже было бы хорошо. Может быть, чуть более комфортное, чуть более драйверское водительское кресло. Пожалуй, больше ничего. Оставить доступную цену – это будет хит. Лично меня воодушевляет, что ездовой настройкой будущего Quaris'а, которому, к слову, обещан полный привод, будет заниматься Альберт Бирман, бывший главный конструктор отделения BMW M. С другой стороны, став лучше, Quaris рискует и подорожать. Как изменится его конкурентное преимущество, мы узнаем через 2-3 года. А вот новый Equus, также настроенный Бирманом, появится уже в следующем году.